Тюменский спорткомплекс «Прибой» принял 26-й турнир на призы серебряного призера Олимпийских игр Владимира Чебоксарова. Знают об этих соревнованиях и всегда за ними следят не только специалисты греко-римской борьбы. Сегодня на этих соревнованиях к нам в гости приехали спортсмены 22 регионов Российской Федерации. И я уверен, что на этом ковре мы увидим новых звездочек, новых чемпионов мира и олимпийских чемпионов, которые войдут в историю греко-римской борьбы. Количество турниров Чебоксарова могло быть и больше, но последние два года соревнования не проводились из-за ковидных ограничений. Ну и готовились все время, поэтому этот турнир как бы был объявлен, и мы таких больших трудностей, вот 330 участников приехало, 300 здесь борется участников, поэтому мы в этом не испытываем больших трудностей, что участников не будет. Все хотят пообщаться, бороться после этого, проявить себя. Чемпионы соревнований будут названы уже сегодня.